Звезда Comedy Woman написала в Instagram неприятный пост о разводе Бузовой с Тарасовым. Екатерина Варнава, которая запомнилась зрителям ролью в шоу Comedy Woman, написала в своем Instagram-аккаунте унизительный для Ольги Бузовой пост. В нем актриса опубликовала фото Бузовой с ее бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. «Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять? Согласны со мной?» – написала Варнава. На пост тут же откликнулись российские звезды и коллеги актрисы. Анжелика Каширина, Айза Анохина, Евгений Бороденко поддержали пост Варнавы. Остальные подписчики гадают, что нашло на Екатерину Варнаву. Одни подозревают, что аккаунт актрисы взломали, другие уверены, что этот пост – задание на шоу Comment Out на YouTube от канала Chicken Curry. В шоу приглашенные звезды вытягивают карточки и выполняют задания, одно из которых – написать неприятные вещи у себя в Instagram или прокомментировать Instagram другой знаменитости, иначе участника ждет наказание. Через час после публикации пост был удален из Instagram, что подтверждает теорию об участии в шоу «Comment Out».